Дворам достается больше всего. Жители Ульяновска и области продолжают сетовать на обилие снега в них. Тем временем управляющие компании отправили технику и дворников на второй круг уборки. То есть все основные работы закончены. Сейчас уже проводятся вопросы, значит, по подбиранию определенных каких-то недоделанных участков, где у нас тогда еще была брошена техника, а сейчас в настоящий момент ее нет, и можно там уже подобрать, то есть более-менее расширить. Так называемые подснежники, забытые на зиму авто, мешают убрать территорию. По информации руководителя управляющей компании, 30% бесхозных машин так и остаются под сугробами, таять до весны. Да, проблема во дворах остается именно по брошенному транспорту очень глобально. В связи с тем, что хоть и управляющая организация очень сильно нам помогает, старшие по домам, а также сами жители, и объявления, которые, значит, начальники участков, мастера ходят заранее, значит, пишут и вешают на всех подъездах, на всех дверях, досках объявлений, а также под дворники автомобилей. Но не на всех жителей данный вопрос, значит, помогает. Управляющая компания «Жилстройсервис», к примеру, обслуживает 115 домов в Новом городе. На балансе компании 8 единиц постоянной техники. В основном снег убирают тракторы и бобкеты. При обильных снегопадах парк спецтехники пополняется арендованными машинами. Но дворовые территории хорошо очищаются, неплохо. Ага. Вполне достаточно. А что не очень хорошо очищается? Ну, все по мере возможности, так понимаю, очищается. Все за раз невозможно обхватить. Дворы очищают двумя способами – с помощью машин и вручную. Во время сильных снегопадов механизированная уборка начинается в среднем через час, после того, как выпали все осадки. В небе снега дворы расчищают по графику, согласованным со старшими по домам. А дворники каждый день выходят на работу в 5 утра. Техники, можно сказать, никакой толком нету. Ну, сегодня мне пришлось прогуляться, но по своим проблемам нужным. Видела, как возле школы чистили. Да, тракторишка какой-то бегал, это самое, убирали. Но опять же, куда убирают? Здесь же, во дворы все. Это дело. Снег не вывозится. Со слов специалистов, вывоз снега из двора – дорогая процедура. В среднем работа КАМАЗа и погрузчика, которые необходимы для этого, встанет в 40 тысяч рублей за день. Это минимальная цена, подчеркивают эксперты. А деньги пойдут из кармана жителей. В первую очередь, негатив, конечно, как для управляющей компании, у нас представляет именно вопрос муниципальных дорог. Потому что практически у каждого дома управляющей компании, не только у нас, есть подъездные пути, которые, значит, человек должен преодолеть на своем автомобиле. Вот. А муниципалитет, в первую очередь, чистил, как говорится, основные магистрали. По вопросам уборки снега жители могут обращаться по телефону своей управляющей компании или на горячую линию Центра управления города 73 79 11. Рената Льулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.